Подготовка к курортному сезону, который должен стать рекордным по количеству отдыхающих, выходит на финишную прямую. Готова ли Анапа к наплыву туристов? Ответ на этот вопрос сегодня искали депутаты на заседании Комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса, туризма, здравоохранения и образования. В повестке было несколько пунктов. Как будет организована торговля и готовы ли пляжи к приезду отдыхающих? На сегодняшний день управлением по санаторно-курортному комплексу и управлением имущественных отношений разработан порядок, регламент предоставления пляжных территорий на безвозмездной основе под благоустройство. Вся документация прошла уже экспертизу, получен положительный ответ из прокуратуры, и поэтому уже у нас идут работы, к нам идут предприятия, здравницы, которые желают работать на этих пляжных территориях, предоставлять их для своих отдыхающих по тому порядку, который разработан в регламенте. Мы заключаем с ними договора. В этом году при предоставлении пляжных территорий под благоустройство особое внимание будет уделяться также для маломобильных групп граждан. Депутаты намерены вопросам подготовки к предстоящему сезону уделить особое внимание. Совместно с представителями администрации города они будут собираться чаще. Очередное заседание комитета намечено на следующую неделю. Мы все с вами знаем, что в этом году Анапа ждет рекордное количество отдыхающих. И то, как мы будем готовы к этому курорту, сыграет роль о том, сколько людей приедет к нам все-таки через год, через два года, через пять лет, может быть. Крым стал нашей территорией, да, воссоединился с Россией. И для нас, для анапчан, очень важно сейчас задуматься над тем, как стратегически построить свою работу, чтобы наш курорт был привлекателен на многие годы вперед.